Друзья, всем привет! Я сейчас в городе Чикаго, естественно, в Соединенных Штатах, за рулем огромного грузовика. И мне необходимо припарковать трейлер вот в то место между оранжевым грузовиком и другим прицепом. А трейлер у меня, сейчас я вам покажу, огромный. Вот такой у меня гигантский трейлер. Смогу ли я запарковать этот гигантский трейлер вот в это небольшое окошко? Мы сейчас посмотрим. Я делаю очки, потому что без них я вижу очень плохо. Сейчас будем парковаться. Сначала надо отъехать подальше. Если вам не видно, я паркуюсь в то окошко. Сейчас мы его заломали и будем выравнивать. Потихоньку, потихоньку, чтобы ничего не задеть. Теперь опять немножко ломаем. И выравниваем. Видите, как хорошо зашел? С первого раза. Теперь выравниваем до конца. И доезжаем до конца назад. До этого уровня, я думаю, хватит. Сейчас посмотрим, что у нас там. Опа! О, грязюка. Как всегда, у нас грязюка. После того, как мы запарковались, мне необходимо опустить ноги, то есть отсоединить трейлер от грузовика. Делаем мы это вот таким способом. У нас есть здесь такой рычаг. И мы крутим его по часовой стрелке, чтобы опустить вот эти ноги. Все, ноги опущены. Теперь можно грузовику отъехать, а трейлер останется здесь. Он никуда не денется и не упадет. Последнее, что надо сделать, это отсоединить вот эти провода подачи воздуха. Это красный, синий и центральный, это электричество, за счет которого вот те фонарики наверху, они горят у нас ночью. Я сейчас на нашей стоянке. Вокруг вы можете видеть припаркованные грузовики. Также можете видеть вот это безобразие. Эти огромные лужи и эту грязь. Которой в Америке, кстати говоря, полно. Я не знаю, почему в России думают, что только в России нет асфальта и грязно. Но вот как видите, у нас здесь не лучше. А вот это наша стоянка. Сюда мы приезжаем, чтобы парковаться, забирать трейлеры, перецепляться и так далее. Вот сзади, сейчас вам покажу, есть поезда, железная дорога.
по соседству с железной дорогой. Хоть и свалка. Такая маленькая местная свалка, куда дальнобойщики выбрасывают свой мусор раз в неделю. Так что вот такая вот индустриальная зона недалеко от Чикаго. Место, так скажем, не очень. Да здесь много в Америке мест таких, которые не очень. И, к сожалению, в американских фильмах не показывают, поэтому все думают, что Америка это страна мечты. В некотором смысле это так, но не всегда, так скажем. Не всегда. Я, кстати, направляюсь из Чикаго сегодня в другой штат под названием Вайоминг. Вайоминг – это такой горный штат, который находится на западе. То есть Чикаго, если находится ближе к востоку, то Вайоминг ближе к западу Америки. Это такая холодная горная степь, где всегда очень холодно и очень много снега. Вот я туда поеду и буду там примерно через полтора дня. То есть туда мне ехать где-то 1000 миль или 1600 километров. Это займет примерно полтора дня пути. Вот, когда приеду туда, обязательно вам покажу местные вайомингские красоты. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока, и подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы ниже под этим видео, я буду рад на них ответить. Всем пока!